Ждать. Мы не будем делать никаких резких движений. У меня сейчас все собаки без поводков. Реакция собак на пятеро детей. Они еще не видели столько детей. То есть они меньше в жизни, чем в видео, да? Да. Социализация массовая. Не-не-не. А, кот шипит. Миша обойдет сейчас препятствие. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. Сегодня 1 сентября. Видео выйдет чуть позже, скорее всего, 2-го. Но я все равно поздравляю всех, кто пошел 1 сентября в школу, у кого начался его учебный год. И сегодня, по просьбам наших подписчиков, я пойду гулять со всеми четырьмя своими чихуашками, главными героями канала, Юми, Мишей, Софией и Эйвоном. Это не все собаки на нашем канале, но все-таки это будет очень большая прогулка. Я думала, что на улице холодно, и поэтому нарядила всех ребят в осенние костюмчики. Но, по-моему, сегодня не так уж и холодно. Я даже сама оделась в пальто. Поэтому, наверное, мы сейчас разденемся. И я заодно покажу, что у меня лежит в портфеле собачьем, который я ношу с собой. Или беру с собой в поездки, на большие прогулки и так далее. Давай, Софиша, разденем с тебя твою курточку. У нас тут такая вот жилеточка, а внизу комбинезончик вот такой вот. Ну, температура реально теплая, очень тепло сейчас, прям я удивилась. Хотя 1 сентября я ожидала, будет холодно. Иди, я тебя раздену. Да, мой красавчик. Жарко, скажи. У Миши вот такая вот юбочка на ее костюмчике, да, Мишонь? Сейчас мы его снимем, Мишане тоже, скорее всего, жарко. Юми, иди сюда. Вот, молодец, молодец, мой покемон. Итак, мы разделись, и сейчас я покажу, что у меня в осеннем варианте портфеля для собачек. Конечно же, вот такая вот штучка для прогулок. Когда собачки делают свои дела, за ними нужно убирать. Не забывайте об этом, ребята. Кстати, не забывайте также, что осень – это такой сезон клещей, очень повышенный пик, и нужно обязательно либо капать своих собачек, либо одевать им специальные ошейники от клещей, чтобы никого не подцепили они. У меня с собой обязательно салфетки для ухода за лапами, то есть все равно сейчас погода сухая достаточно, а если погода влажная, то придется лапки вытирать. Да, Мишонь? В всякий случай я всегда беру с собой полотенчики для собачек, то есть если в какую-то лужу, грязь или как когда Юми нырнула в речку, придется вытирать собак, то у меня есть именные полотенца с собой для них. Не знаю, видели ли вы видео, где я показывала эти полотенца с именами. Также они у меня всегда с собой, и на всякий случай вот такой вот небольшой пледик. Я всегда с собой беру самые разные игрушки, чтобы играть с собаками на улице и приучать их к игрушкам. Конечно же, самый главный пункт, который нельзя забывать в прогулках, все это уже на усмотрение хозяина, а вода должна быть обязательно с собой. Поэтому у нас вот такая вот бутылочка воды с поилочкой сразу. Иди попей. Да. Пока что пить никто не хочет. Ну ладно. И, конечно же, у меня всегда с собой сумочка на поясе, в которой есть лакомство для того, чтобы приучать собак к чему-то и за это их поощрять. Да, ребятки? Смотри, Катик. Вот молодец, Сейфен. Оперся такой об Мишу, так нечестно. И сейчас я одеваюсь на спину свой портфель, и мы отправляемся с ребятами гулять. Может быть, даже наткнемся на какие-нибудь приключения. Так что оставайтесь с нами до конца. Ставьте лайк этому видео, если хотите больше советов, прогулок и каких-то жизненных вещей. А также пишите в комментариях идеи для роликов, о чем бы вы хотели больше узнать. А еще 9 сентября в Москве я смогу встретиться со своими подписчиками. Кто захочет увидеться, приходите на фестиваль видеоблогеров «Вид Фест». Он будет проходить на Хлебзаводе 9. Всю информацию вы можете найти у них на сайте, ВКонтакте, в Инстаграме. В общем, буду рада увидеться со своими подписчиками в Москве 9 сентября. И поехали! 1 сентября. Я уже не хожу в школу. И мои собаки тем более. Поэтому мы идем гулять. Эйвен и Софи идут впереди. Они у меня на поводках, а Юми и Миша на рулетках. Миша идет прям рядышком со мной. И Юми идет потихонечку за нами. Часто говорю про такую команду «Дорога». И многие спрашивали, как же мои собаки выучили команду «Дорога». Я сейчас покажу. Во-первых, команду «Дорога» лучше начинать учить тогда, когда ваши собаки уже умеют ходить на поводке и умеют ходить рядом с вами на поводке. Потому что пока они этого не умеют и тянут поводок, они не будут и останавливаться в тот момент, когда вы останавливаетесь. Стоп!
случае со мной, когда я останавливаюсь, мои собаки все останавливаются. Когда я иду и останавливаюсь, мои собаки останавливаются вместе со мной. И каждый раз, когда я подходила к какой-то дороге, я говорила слово «дорога». И если собаки останавливались вместе со мной, я их хвалила. Но, конечно, начинали мы не на опасных дорогах, там, где ездят машины, например, а на просто небольших дорожках, где явно точно никого не будет. Так, сейчас мы пойдем к дороге. Пошлите. Стоп, дорога, можно, пойдемте. И все, соответственно, мы переходим дорогу. Это команда для того, чтобы собаки не перебегали дорогу тогда, когда по ней ездят машины. То есть собаки знают, что нужно ждать, пока машины не проедут все. И пока я не скомандую, что можно идти, мы не идем. Пойдем. Молодцы! Ну и, соответственно, так мы ее и учили. Каждый раз, когда мы подходили к дороге, я говорила «команда дорога», и когда собаки останавливались, в тот момент, когда останавливаюсь я, они уже умели это делать, я их очень хорошо хвалила. Таким образом, мы выучили команду «дорога». Ждать. Вот настолько мы знаем команду хорошо, что пока я не разрешу им идти через дорогу, без меня они не пойдут. За забором лает какая-то собака, она их смущает, но, несмотря на это, они ждут. Молодцы! Ай, молодцы! Так, у нас тут какая-то собака. Кажется, она к нам собирается подойти. Надеюсь, она не агрессивная. Мы не будем делать никаких резких движений. У меня сейчас все собаки без поводков. Собака помечает территорию. Мы терпим и ждем. Там сзади за забором тоже гавкает собака. Наши пока что никак не реагируют, потому что они научены не реагировать на чужих собак, чтобы не развивать никакой конфликт. Очень красивая. Как его зовут? Что, нервничает? Ник Уайлд. Да, не надо трогать. Ну ладно, не будет. 1 сентября прям выдалось очень летним днем. Реально очень тепло, даже жарко. А я одела теплую куртку, мне теперь очень жарко. Раз, два, три, четыре, пятеро вас. Реакция собак на пятеро детей. Они еще не видели столько детей за раз. Миша, давай проведем эксперимент. Я уйду, а ты останешься. А, да, вы так же делаете. Ага. Да. А ты ее не гладь. Да. А пусть она останется. Не, вы побудьте здесь. Пойдемте. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Ай, Миша, молодец. Молодец. Нет, ты вот так вот не делай так. Ты всегда, когда к собаке руку подносишь, ты подноси спереди вот так. Не нападай на нее вот так сзади, а наоборот, спереди подноси руку. Погладь ее спереди. А когда хочешь взять собаку, бери ее снизу. Я знаю. Да? Миш, не бойся. Хороший. Вот молодец, Мишанька. Молодец. Скажите, они большие? Не очень. То есть они меньше в жизни, чем в видео, да? Да. Вот. А все думают, что они очень большие. Когда мы встречаем кого-нибудь из подписчиков, все говорят, а что они такие маленькие? Побежали. Юми новый покемон. Юми новый покемон. Одевай кому-нибудь. Можно я тоже? Держи. А это кто? А голубой это Эйвана. Ну ты можешь кому угодно одеть. Так, кстати, готова. Кто еще? Все, одела. Все. Отлично. Что, не получается? Я сначала одела, потом не поняла как. Все пошли со школьниками гулять, да? Социализация массовая. Просто вообще. Идите, идите, я вас сниму. Так прикольно вообще. Я первый раз вижу своих собак не рядом с собой. Да, и, кстати, они и чтобы их кто-то вел. Они хорошо слушаются. Ай, молодец, я лечу. Молодец. Не-не-не-не-не. Пойдемте спокойно. А, кот шипит. Все, даже не смотрит на него? Все, тогда пошлите. Хорошо. Ай, все молодцы. Давай, покемон, прыгай. Ай, молодец. Ай, молодцы. Миш, давай. Че, Юмичу? Пойдем. Миш, пойдем.
Миша обойдет нет. сейчас препятствие. Нет, смотрите. Ай, молодец. Молодец, Миша, молодец. Надо похвалить. К сожалению, у меня села батарейка, но я думаю, наш первосентябрьский влог и так был достаточно веселым, интересным, эпичным и полезным для вас и для нас. Для меня особенно, потому что я обычно избегаю подобных встреч, но в этот раз получилась такая ситуация, что мои собаки все вчетвером познакомились со школьниками, и для меня это было немножко боязно, а для них это был огромный опыт социализации, огромный опыт общения с другими людьми, особенно с детьми. И я считаю, что это было полезно для нас всех. А вы не забывайте писать в комментариях, какие бы ролики вы еще хотели на канале, потому что для меня важно именно снимать то, что интересно вам. Может быть, факты о собаках, вещи какие-то, что нам присылают, распаковки посылок и так далее. Пишите свои идеи, подписывайтесь на канал моих песиков, у них есть свой видеоблог, где они разговаривают. А также увидимся 9 сентября на ВИД Фесте. Я буду очень рада, если вы придете, и мы сможем пообщаться. Ну и скоро увидимся в новых роликах. Пока!